Смотрите, вы должны служить народу! Народ пришел! Только народ в России является высшей властью согласно Конституции! В отделении полиции возят 4 человек за то, что они развернули плакаты с лозунгами против правительства. Нельзя. На этот митинг администрация города добро не давала. Заявку в последний момент забрали сами организаторы. Их представитель, беспартийный депутат Владивостокской думы Андрей Галицких, говорит, сделал это, потому что власти пошли с ними на диалог. Неофициально в беседе до нас донесли, что какие там делаются сейчас усилия. То есть целый ряд, администрация очень сильно озаботилась. Они понимают, что Приморский край без праворуких машин, если запретить их ввоз, мы просто здесь останемся без денег, экономически будем непривлекательным регионом. Вот. И они нам это донесли, мы поговорили, там дали достаточно серьезные гарантии. Конечно, не было подписано никаких меморандумов. Несмотря на это, люди все-таки вышли на площадь. В январе этого года в России вступил в силу новый техрегламент Таможенного союза, по которому на всех возимых в Россию машинах должна стоять кнопка СОС системы «Эроглонас» с российским сертификатом. Она в случае чего отправит сигнал тревоги с координатами прямиком в МЧС. Автоконцерны правила приняли. В Приморье же основной импорт – это подержанные машины из Японии. На них таких кнопок нет, а значит, в России их не растаможить. Из-за этого с января в приморских портах скопилось почти 1500 иномарок. И автобизнес региона встал. Месяц к месяцу, к прошлому году у нас падение продаж более чем на 40%. И я на себе почувствовал, как влияет решение правительства не только непосредственно на автомобильный бизнес, но и на смежные с ним бизнесы. Дилеры жаловались, власти долго молчали, но накануне митинга, на который было заявлено несколько тысяч человек, вдруг сообщили, они решают проблему. С сегодняшнего дня таможня наша, Владивостокская, выдает ПТСы пока без кнопки «Эроглонас». Потому что Минпромторгу и «Эроглонасу», это отдельное акционерное общество, поручено в двухнедельный срок решить проблему с установкой устройство «Эроглонас» на подержанный автомобиль. Эту пресс-конференцию губернатор Приморского края давал в пятницу. Сказал, что проект регламента принимали еще в 2011-м, и он оказался недоработанным. О его минусах он уже написал в Москву, и сейчас федеральные власти придумывают, как проблему решить. А пока, по сути, незаконно, по договоренности между губернатором, ГИБДД и таможней, машины без кнопки «Глонасс» в портах Приморья начнут выдавать. Что их хозяевам делать дальше, пока не ясно. На стихийные митинги вышли те, кто в содействие властей не верит и требует закон о кнопке «Эроглонасс» отменить совсем. Я пришел с посылом объяснить людям, чтобы они сражались, потому что в 2008 году, когда подняли пошлины, мой бизнес рухнул. У меня было 56 человек работало. Мы поставляли машины по всей России. Бизнес рухнул. Сегодня я нищий. И семья рухнула, и все рухнуло без денег. Я пришел этим людям объяснить, которые возят машины, чтобы они сражались, чтобы они, потому что если «Эроглонасс» ведут, этот бизнес автомобильный умрет. Эти люди станут нищими, они пойдут, работу найти сложно. Один из возможных сценариев – за кнопку автодилерам или уже хозяевам таких машин придется платить. Разбег цен от 10 до 25 тысяч рублей. Автомобилистов и бизнесменов края власти просят подождать до 13 марта. Тогда их позовут в правительство края на круглый стол, где озвучат решение проблемы, над которым сейчас спешно работают федеральные власти.